Вот пример сложной гнуто-сварной конструкции, которую мы изготовили сами из листового материала, из листового металла. Мне напоминает фильм с Мелом Гибсоном «Безумный Макс». Ну, как, какая-то стадия, наверное, производства, она «Безумным Максом» может считаться, конечно. Вот. То есть это в прошлой жизни было листовым металлом, листовой сталью разной толщины. Пройдя весь технологический цикл, в том числе лазерную резку, гибкую, вот это все, сложность поверхностей, и потом сварку в специальном приспособлении, мы получили практически готовую под покраску раму тягового модуля для установки на берельс, на берельсовый Юнибус. То есть сейчас это практически законченная конструкция, которую вы можете потом увидеть вот на сборочном участке. Таких несколько уже там находятся на сборке. Вот эта рама под установку всех силовых, силового привода, электродвигателей, тормозов, всех агрегатов, систем охлаждения и так далее. То есть это основная несущая конструкция. Так давайте сразу посмотрим, куда она будет устанавливаться. Вот это уже деталь. Это же самая деталь. Уже покрашена. Покрашенная и находящаяся в сборочном цеху. Сейчас тут устанавливаются, видите, и колеса ведущие, и ступичные группы, ролики боковые, поджимные, нижние. То есть сейчас это будет обвязываться все коммуникациями, системой охлаждения, электрооборудованием и так далее, и так далее. То есть потом этот элемент будет установлен на крышу берельсового Юнибуса и станет его, так сказать, сердцем, тягой, которая будет его нести по нашим путевым структурам.